Вас приветствует Гарри Поттер и эти звуки работающего соседа за моей, блядь, дверью. Да заебал уже, блядь. Ладно. Я шучу. Это Гарри Поттер. Так. Чё, блядь? Оу. Мяу. Удачно. Можно биты создавать. Раз, 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 два, три. Я ебашу Каланби. Е, е, мать твою. Не ебашу, не хочу. Ладно, проехали. А то меня сейчас попрёт. Да. Даже звуки закончились. Чё, реально? Всё? А сколько мы звезд собрали? Блядь. А вдруг не все? Сколько? Блин. Прекрасно, Гарри! Ты закончил практикум по заклинанию Спонгифай. Время, оставшееся у тебя, стало твоим личным рекордом. А сколько я звезд собрал? Блять, одну проебал. Да ёб твою мать. Скоро начнется награждение лучшего факультета недели. Не стоит пропускать такое событие. А, ты главный приз? Детка, а мне нравится. Привет, Гарри, поторгуем? Чем? А что у тебя есть? Серебряная волшебная карточка. Никогда не потускнеет. Да нет, у меня нихуя. Так, а ты что продаешь? Ой, извини. Оказывается, я уже все распродал. Ну, у вас в рот ноги, а? Так. Так, так, так. Что еще есть? Где-нибудь. Привет, любовь моя. Я хочу тебя трахнуть. Ох, сука. Потом, да? Ну ладно. Давай после обеда. Чмоки-поки. Так. Здравствуй. Хочешь... А что у тебя есть? Серебряная волшебная карточка. Только что из печати. Да, блядь. Отказываешься от сделки? Ну, как знаешь. Там мне не карточки ваши, блядь, нужны. Ну да ладно, заебали. О, точно, точно. Точно, вот что надо сделать. Я же теперь все выучил. И не только это. Бау. Бау. Бау, 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 бау. Я уже, блядь, начинаю рифмовать этого. Bounce, 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 bounce. LJ, по-моему. Или нет? Хуй знает. Ох, ебать! А вот это меня уже радует. У нас уже дохуя. Да? Дохуя всего лишь. Но куда ты полез? А, ну, то там мы были, да. Я соглашусь. Привет, Гарри, поторгу. А что у тебя есть? Серебряная волшебная карточка. Никогда не потускнеет. Вы серьезно? Тебе виднее. Нагну тебя раком, мы мне... А что у тебя есть? Серебряная волшебная карточка. Никогда не потускнеет. Если бы это был презерватив... Ну, тебе виднее. Ну да. Если я могу натянуть серебряной карточкой, то мне виднее, да. Спонгифай! Так, в смысле? В смысле? Куда она ведет? Не понял. Ой.
Не понял, чё? Чё за... Чё за наёба, а? Да. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Нас в очередной раз наёбывают. Это холл первого этажа. Да ладно, а я не знал, блядь. Так, и что нам делать? А, в подземелье там, по-моему, есть, по-моему, да? Этот путь ведет в подземелье. Да, точно. Воу. Окей. А еще есть где-нибудь, нет? А, мы тут уже раз это. Ну ладно. Да не бойся ты, все будет чики-пуки, все будет братья-бухи, оляки-муки-чуки, это будет просто звуки. Привет, как насчет по... А что у тебя есть? Кора рябины, еще мокрые от росы. Как хочешь, но учти, это большая редкость. Да у меня ее до хера. О, Гарри! Пришел за покупками. А что у тебя есть? Слизь книжных червей, высший сорт. Сам ей пользуюсь. А, намазываешь на член? Ну давай, ладно. Окей, thank you very much. У слизеринцев такого точно нет. Они слишком жадные. Ну да. Так. Я в кабинете зелий. Только бы Снэк меня не застукал. Неплохо, неплохо. Гарри, пришел за покупками. Нет, я пришел сваливать. Снэк может меня увидеть, бляха-муха. Вы что, шутите, бля, придурки? Так, 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 так. Что тут еще? Оу. Так я ж был тут, ёпарасете. Я реально очканул, когда он так внезапно появился. Я такой, бля, ты ж не станешь палить мою контору, Снэк? Блин, закрыт. Ладно, походу придется где-то еще что-то лазить. Бля, я только не... А, все, я вспомнил, где еще здесь есть. Здесь заперто. Карточку вспомнил, где еще. Yes, of course, моя память не подводит меня. Так, стоп. Ладно, будем считать, что мы здесь все облазили. Надеюсь. Мы достигли поворота. Мы пришли к тебе с намерениями хорошими. Так, стоп, а тут ничего? Походу, что нет.
Пам-пам-па-па-па-пам. Пам-пам-па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 
да. Нет, нет, я уже... Как сказать, я уже... Этот, бомж. Так, и тут, по-моему, уже ничего, да? Да, дофига зелий, дофига хп. Значит, идем сохраняться. Да, я, пожалуй, сохранюсь. Привет! Как насчет покупок? Я не против покупаться с тобой. А вот купить я уже, прости, детка, ничего не смогу. Но... Ага. Да, эти карточки еще, сука, дорогие. Я еле метло купил метить. Точнее, мести, блядь. А они что такие говорят? Ну давай ты будешь покупать 40 серебряных карточек, ты же хуй найдешь. А тут, блин, у меня уже 20 конфеток. Я в кабинете трансфигурации. А мы только купили метлу метить. Отдали все деньги, чтобы купить метлу. Господи, это напоминает Россию, не правда ли? Ну, правда. Купил метлу, работай, мети и нахуй иди. Туалет Плакса Миртл. Печальное зрелище. Россия — печальное зрелище, а это еще не печальное зрелище. Ладно. Еще рано Миртл терроризировать. Да и здесь ничего нет. И здесь, и здесь. Убегай, убегай, Гарри. Ну, обещай вернуться. Of course. Так, стоп. А как? Серьезно? Воу. Так. То есть, в кабинет Дирика я уже не попаду, да? Ну правильно, он там дерет Макгонагал. Такой, а, да, кошачья киска Макгонагал. Так, ладно. Стоп, а... Блять, вопрос, а как карточку-то... Так, я что-то не понял. А-а-а! Вот она как. Подали. Подали. Так, стоп. Я что-то не понял. Я должен был оттолкнуться именно как-то иначе. Твоя мать, я что-то как-то это, типа, дезориентирован, или как это назвать? Типа, да. Так, стоп. Давай! Не понял. Это что было? А как достать? Как достать? Алло! Гараж! Не понял, а чё за глюк? Не, ну это нормально, а как достать?
Я что-то нифига не понял. Что за фигня, ребят? Как достать? Да вы серьезно, я что должен целиться реально, чтобы достать эту ебанутую карточку? Воу, 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 что-то резко. Так, подожди. Где? Та ёпара... Вы серьезно, вы меня убить хотите? О, как они задрахали. Короче, заебался. Я ради одной карточки я буду себе тратить нервы, тратить все, буду просто, ё-моё. О, подожди! Привет! Как насчет покупок? Подожди-ка. А это что значит? В смысле, что я открыл? Что-то разблокировал? Ёп. Вот, представляете, если бы я не пошел туда, я бы ни хрена не знал, что можно сделать именно, блядь, вот так. Это же, да, очевидно. Ладно, я, наверное, сохранюсь здесь и отсюда начну. Проверю графические артефакты и вернусь. Денис и злобный сосед. Ну, тот, который стучал. Идем дальше, короче. Привет! Как насчет покупок? Прости, детка, моя покупка — это губка. На рифму. По рифму, да. Я рэпер. Рэпер Гарри Поттер. Приятно, йоу, познакомиться. Я уничтожу Слизерин своими словами и волшебной палочкой-угадалочкой. Ладно, я ебу вам мозги, так что идите отсюда, или умрете вы, Ну и хуйню я плету, но я не могу, я просто угораю и вас смешу. Здравствуйте, мои дорогие ученики и ученицы. Сейчас мы с вами начнем церемонию награждения лучшего факультета недели. Посмотрим, какой факультет у нас лидирует на этой неделе. А чё Слизерин? Больше всего баллов набрал Слизерин. Я приглашаю Драко Малфоя в комнату победителей. Ах да, Поттер, ты же ни разу там не был. Ну ничего, все еще впереди. Ха, странно. Вот пидорасы. Здесь проводится награждение лучших факультетов. Как они, блядь, столько набрали? Читеры ебаные, блядь. Ну ладно, дождетесь вы, педики. Приготовьте пакетики. Сейчас пойдут назад ваши десертики. Не будет лирики в этой игрушечке. Эй, Гарри, у Плаксы Миртл что-то случилось. Она очень расстроена. Неужели больше, чем обычно? Ага, ее рыдания слышны от самой парадной лестницы, а коридор рядом с туалетом опять затопило. Надеюсь, это не очередное нападение. Пока не знаю. Пошли посмотрим. Она вспомнила, что кому-то не дососала. Бедняжка. Плак, плак. Привет, Гарри, поторгуем? Чем, хуями? Давай. Блять, я забываю, где... А, где хуй, туда идти. Где хуй Рона? Так, Рон, я, конечно, все... Братан, я все прекрасно понимаю, но ты понимаешь, я хотел сохраниться. Это моя перспективная, ну, задача. О. А если я не сохранюсь, у меня будет паника, братан. Братанчик, рончик, хуёнчик. Будет паника. Так, а вот сколько... Там поочередно можно или...
О. Еще два ключа. Так, а это сколько получается? Пятьдесят? А, бронзовые это вот это. В смысле серебряные? Еще столько же, 20 штук. Ё-моё. Я могу и профукать. Надо перед финалом подумать, как их собрать. Ну, это так уже между нами, девочками. Дай мне конфетку. Молодец. Ну, давай. Что там с Плаксой? Миртл? Миртл хуиртл? Ну? Ну, рассказывай. Тебя чем-то швырнули? Да, швырнули. Вон валяется. Будь осторожен. Папа говорил мне, что некоторые книги очень опасны. Похоже на старый дневник. Подписано Т.Н. Реддл. Кто бы он ни был, он не написал ни строчки. Страницы совершенно пусты. Привет, Гарри Поттер. Меня зовут Том Реддл. Я в Хогвартсе. Здесь происходят ужасные вещи. Ты знаешь что-нибудь о тайной комнате? Конечно, я знаю о тайной комнате. На 5-м году моего обучения она была открыта. Чудовище вышло на свободу и убило девочку. Да, я поймал того, кто открыл комнату, и его исключили из школы. Если хочешь, я покажу тебе, как это было. Я могу показать тебе свои воспоминания той ночи, когда я его поймал. Гарри был ошеломлен тем, что увидел в воспоминаниях Реддла. Ну давай, пора нам с тобой убираться отсюда. Хороший мой, иди сюда, иди в коробочку. Все хорошо, ну иди, давай. Вот умница. Добрый вечер, Рубеус. Чё это ты тут забыл, Том? Всё кончено. Не думаю, что ты и впрямь хотел кого-то убить, но из монстра домашнего зверька не сделаешь. Он никого не убивал. Давай, по крайней мере в Хогвартсе должны быть уверены, что тварь, убившая эту девочку, уничтожена. Это не он! Нет, он никогда, он не может! Отойди в сторону. Нет! Гарри знал, что по странному стечению обстоятельств Хагриду всегда нравились самые жуткие чудовища. Но точно так же он знал, что Хагрид просто не способен убить кого-либо. Должно быть, Реддл схватил не того человека. Может быть, на людей нападало совсем другое чудовище? Да сколько же тут, по-твоему, этих чудовищ? Мы знаем, что Хагрида исключили из школы. И после этого нападения прекратились. Иначе Реддл не получил бы свои награды. Реддла, он исчез! Что? Но его мог украсть только гриффиндорец. Все остальные не знают нашего пароля. Вот именно. Убивать. Снова медсестра? Ревнивая медсестра. Опять этот голос. Эй! Вы ничего не слышали? Лично я нет. Гарри, по-моему, я кое-что поняла. Мне нужно в библиотеку. Но профессор МакГонагалл сказала, чтобы мы никуда отсюда не выходили. Только на уроки. А мне надо поговорить с Хагридом. Если в прошлый раз чудовище освободил он, то ему наверняка известно, как попасть в тайную комнату.
хижина Хагрида в лесу. Но ты это и без меня знаешь. За мной, Гарри! Ага. Значит, вот на этом интересном моменте все начинается. Блин, 30 штучек. 30 штучек, нету ручек. Не знаю, соберу я все или нет. Бла-бла-бла-бла-бла. О, прям под вечерок. Вечерок, вечерок, где-то жалкий пидорок. Если сейчас будут пауки, это будет трэш. Трэшачок. Тише, я только что видел, как в хижину Хагрида вошел кто-то очень похожий на Люциуса Малфоя. Плохие твои дела, Хагрид. Очень плохие. 4 нападения на полукровок. Дело зашло слишком далеко. Как председатель попечительского совета, я просто обязан что-то предпринять. Например, забрать тебя отсюда. Забрать меня куда? В Азкабан? Боюсь, что так. Мне очень неприятно сообщать об этом, Дамблдор, но все 12 членов попечительского совета полагают, что вам пора отойти от дел. На данный момент вы временно отстранены от выполнения обязанностей директора Хогвартской школы. Если попечители требуют моей отставки, разумеется, я подчинюсь им. Нет! Однако заметьте, я не уйду из школы, пока здесь будет хотя бы один человек, который доверяет мне. И еще запомните, здесь, в Хогвартсе, тот, кто просил помощи, всегда ее получал. А тот, кто что-то ищет, пусть, значит, за пауками идет. За пауками, говорю. Они-то уж выведут, куда надо. Это тогда все понятно будет. Ну, я все сказал. Что ж, Хагрид, нам пора. Я уже, да, иду. Ну и влипли. Без Дамблдора нам крышка. Теперь, когда он ушел, нападения будут каждый день. Смотри, вон там. Похоже, они направляются в запретный лес. Так, дай мне сохраниться, братан. Пожалуйста. Где сейф? А, вот он. Так. А, это светлячки. Так. Я, правда, не знаю, будет ли отсюда сейф. Именно, ну вот, дальше там. Вот это я явно сказать не могу. Туда не забраться, слишком высоко. Гарри, я тебя подсажу. Придется тебе одному идти в запретный лес. А руку потом дать ты ему не можешь, придурок. Удачи, Гарри. Логика, блядь. Гарри, сходи туда, Гарри, сходи вот это, Гарри, сходи везде туда. Люмас! Тоже мне, блин.
Что это значит? Что это значит? Называется резкий нежданчик. А, так еще все бочки катить. Вот оно что. Воу! В смысле? А че такая одна? Типа что, вторую не надо? Вы серьезно? Ладно. Что-то вы здороваты. Ребятки. Оу. Что за трешак начался? Да, вот этот уровень уже трешачок. Трешачок. Ау, паук, ты чё? Так. Так, начнем, пожалуй, в следующий раз отсюда. Вот. Так что с вами был Денис. Ставьте лайки, приглашайте друзей, будет весело. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Йоу.